он это сделал! Подписался на канал, подписался на канал! Он подписался! У меня новый подписчик! Вы бы знали, как приятно видеть рост канала Глент. Каждый из вас, кто нажимает на красную кнопочку подписаться, вы делаете меня действительно счастливым. Ничто так меня не мотивирует, как ваши подписки. И если ты уже забрел на этот ролик, я уверен, что он тебе очень понравится. Пожалуйста, подпишись на этот канал. YouTube же вам его порекомендовал. Ну подпишись ты на мой канал. Красная кнопочка подписаться внизу. Я буду очень тебе благодарен. Ну а мы начинаем этот ролик. Всем привет, меня зовут Глент, и вы на моем канале. Сегодня мы снимаем рубрику «Смотрю на все под микроскопом челлендж». Эту рубрику мы снимаем по комментариям подписчиков. Вы писали в комменты, что нам посмотреть под микроскопом, и мы это делаем. Я бы даже сказал так, сегодня зритель — это мой второй соведущий. Ну и раз уж это уже наполовину ваш ролик, поставьте ему лайк хотя бы за вашу работу. Я бы такой совместке лайк поставил. Так что поставил? Я и так поставлю лайк под этот ролик. Надеюсь, ты делаешь то же самое. Я предлагаю не медлить и сразу приступать, но перед этим попрошу вас написать в комментариях, что нам еще посмотреть под микроскопом. У вас так много клевых идей. Спускайтесь в комменты и пишите свой вариант. И кстати, канал у нас ориентированный на технику, но вы в комменты пишите далеко не электронные вещи. Если зрителям нужно посмотреть на обычные вещи под микроскопом, то мы это сделаем. И теперь давайте начинать. Ну и первый предмет, который мы сегодня посмотрим под микроскопом, это теннисный мячик. Он такой яркий, салатовый. Ребята, мячик желтый или салатовый? Напишите в комменты, потому что мне за камерой говорят, что он зеленый или желтый. Я говорю, что он салатовый. Прислоняем. Это что такое? Какой-то волосатый слайм. И здесь, как обычно, есть вот эти вот черные волоски. Как же они бесят? Они реально повсюду. Кстати, здесь есть трещина на мече. Давайте на нее посмотрим. Что это такое? Это как будто зубы. Я еще одну трещину нашел. В принципе, она точно такая же, но поменьше. Реально похоже на какие-то зубы. Точнее, на слепок зубов. Мне такое делали, когда брекеты ставили. О, а вот соединение двух половинок меча. Капец, необычно выглядит. Вот тут этот нарост выглядит таким большим, но на самом деле в жизни его вообще не видно. Так, окей, с этим закончили. Идем к следующему предмету. Ну а следующий предмет очень необычный. Я бы никогда не догадался на него посмотреть под микроскопом. Так, давайте этот предмет. Это вот такой вот пипидастер. Да, это именно так называется. Это та штука, которую пыль убирают. Мне кажется, это супер контентная штука для микроскопа, потому что она разноцветная. Ну что, подставляем под микроскоп. Берем сначала красную часть. Вы видели? Фу, как будто это язык. Этот красный цвет, он даже тут противный. Вы просто представьте, как эта красная кнопка подписаться выглядит под роликом. Но ничего сложного нет, спустились и нажали на нее. И сделали этот цвет не красным, а серым. Идем к желтому цвету. Ну, в принципе, да, желтым ничего интересного. Я просто в шоке, как наш мозг воспринимает всякие цвета. Вот красный противный, а желтый нормально вообще. Зеленый. Ой, зеленый, он такой, знаете, как будто стримерша какая-то волосы под микроскопом смотрит. И опять же, вот этот черненький волосок, он просто везде. И теперь синий. Ну, про синий мне вообще сказать, если честно, нечего. Это как будто какие-то водоросли на дне океана растут. У меня какие-то такие ассоциации. Короче, пипидастер получился контентный. Пипидастер, это, кстати, хорошая кликуха для кореша. Ну а мы продолжаем. Ну а половинка следующего предмета выглядит вот так. Наверное, очень трудно догадаться, что это. Но давайте я прочитаю вам надпись сзади. Неоновый светодиодный ночник. И вот, собственно говоря, сам неон. Включаем нашу неоновую лампу. Опа, загорелась. Ну давайте сначала посмотрим на невключенную неоновую лампу. Мне кажется, в этом ничего контентного не будет. Ну, в принципе, да. Обычный какой-то пластик. Опять же, это черный волосок. Что у нас преследует, я не понимаю. Но давайте попробуем сейчас ее включить. Я думаю, будет очень красиво. В смысле? Ничего не поменялось. О, что-то поменялось, подождите. О, я вот слегка вижу свечение. Прям таким желтым цветом. Но когда я рассматриваю прям посередине эту полоску неоновую, вообще не видно, что это что-то светится. Блин, даже немножко как-то обидно. Я думал, что неон будет выглядеть очень красиво. О, смотрите, я вдали вижу, как что-то светится. Вон тот самый неон. Но у этой лампочки есть пальчиковые батарейки. Может, посмотрим на них? Вы знали, кстати, как проверить пальчиковую батарейку? Заряжена она или нет? Надо вот так вот бросить.
И если она не стоит, то значит скоро она разрядится. Если она будет вот так вот стоять, то значит, что батарейка еще может быть пригодна. Ууу, смотрите, какой металл. Офигеть, подождите, из-за того, что много света, очень много отражения. А если я выключу свет и попробую посмотреть под увеличением, то я ничего не увижу. Так, ну вообще в целом похоже на какой-то кинетический песок. Выглядит необычно. Блин, обожаю эту рубрику. Всегда узнаю здесь что-нибудь новое. Это фоточка для Инстаграма. Не, вы что, думаете, я шучу? Это реально фотка для Инстаграма. Я вот возьму и выложу ее. Ссылочка на Инстаграм в описании. Заходите и лайкайте. Ну а для следующего предмета нам придется немножечко поработать с ноутбуком. Иди сюда. Я случайно что-то оторвал. Ладно, вроде работает. Давайте хоть под микроскопом на материнскую плату посмотрим. Кидаю огромный респект чувакам, которые писали посмотреть на материнскую плату под микроскопом. Это писал не один человек, а целая толпа. Спасибо вам большое. Вы шарите, что мне нравится. Ну здесь можно прям разгуляться. Давайте сначала посмотрим на место под процессор под микроскопом. Смотрите, это прям крючки. Я так понимаю, это соединение какое-то. Вот это у меня, конечно, образование техника электроника. Это, наверное, какое-то соединение. Это конденсатор. Можно понять по циферке C. О, это, видимо, кто-то для съемок использовал, в радиатор засунул провод. Немножко научно-познавательных вещей. Радиатор отвечает за отвод тепла. Так, читаем. SATA 2. Это разъем подключения для передачи информации. Обычно подключается к жестким дискам. Хоть что-то я помню с колледжа. Так, о, это батарейка BIOS. Тут прям написано battery. Короче, эта батарейка нужна для того, чтобы плата всегда была подключена. Ну и что-то там делал. Постоянное питание к плате. Вот эта батарейка, это очень-очень важная штука. О, у меня цель. Я хочу найти хотя бы один резистор. Хотя бы один, дайте. О, походу нашел резистор, но я не уверен. Под микроскопом сейчас и узнаем. Я, короче, не понимаю, это резистор или конденсатор, потому что здесь написано и R, и C. Давайте посмотрим на VGA разъем. VGA разъем — это видеопередача. Скажу простыми словами, сложными я сам не знаю. В принципе, много каких-то дырочек. Это мама или папа? О, я помню тоже такое. По-моему, это мама, это... Короче, не важно. Я хочу посмотреть на разъем сетевого кабеля. Это должно быть очень интересно. Офигеть, вот эти контакты передают нам интернет в компьютер. Ну, в принципе, на материнку мы посмотрели уже полностью. Можно переходить к следующему предмету. Следующий предмет у нас очень спортивный. Это баскетбольный мяч. Он у нас даже с принтом. Вообще, мне говорили, что это похоже на какие-то прыщи. Давайте на это посмотрим. О, реально похоже, смотрите. Фу, это реально как будто прыщи. Хочется так взять и выдавить. Так, а на принт? Давайте посмотрим на принт. Здесь просто много каких-то трещин. А на дупло? Оу. Там лучше не смотреть, конечно. Так, а здесь уже выдавленные прыщи, я так понимаю, даже почернели. Офигеть, как по-разному выглядит мир под микроскопом. Ну а мы переходим дальше. Ну а следующий предмет у нас 100 американских долларов. Вот эти вот грязные деньги. Люблю быть грязным. Ну и Глент был бы не Глентом, если бы не взял что-нибудь интересненькое. Это съедобные деньги. Их реально можно есть. Давайте смотреть на настоящие бабки. Опа, это глаза Франклина. Золотой человек. Я так люблю видеть его лицо. Вы даже не можете себе представить. Видеть бы тебя почаще, Франклин. Ну, собственно говоря, вот надпись Франклин. Давайте посмотрим на вот эту вот синюю полосочку. По-моему, ее вообще никак там невозможно подделать. А, теперь я понимаю, почему. Здесь среди синей полосы есть еще какое-то золотое сечение. Я вообще ничего не понимаю теперь. Но выглядит очень прикольно. Так, теперь хочу посмотреть на вот эту вот печать. Зайти. Это что, реально на каждой бумажке такая штука есть? Это же какая-то металлическая тема. Я в шоке. Есть эту штуку мы не будем, пожалуй, вернем ее на место. А теперь давайте посмотрим на съедобные бабки. Берем одну купюрку и смотрим. Это что такое? Как будто какая-то кровь. Фу, выглядит противно. Следующий предмет — это вот такой вот канат. Он очень-очень прочный. Сначала мы хотели взять обычный стандартный канат, но потом нашли вот такой вот цветной. И давайте на него посмотрим. Мне кажется, у него будет переплетение, как в наушниках, только гораздо больше. Вау, красотища. Такие ровные, четкие кубики. Как это все плетется? А вот это уже напоминает цирк-косичку. Блин, аж кушать захотелось. И опять этот черный волосок. Чего он к нам пристал? Но в любом случае выглядит прикольно. Давайте идти дальше. Ну и следующим предметом вы очень сильно просили посмотреть на обычную книгу. Чему я могу научиться у Стива Джобса? Эта книга напечатана прямо на такой бумаге, а давайте теперь еще возьмем комиксы, то есть глянцевую поверхность. Да, она прям такая глянцевая, как наклейки раньше. Посмотрим сначала на глянец. Мне кажется, он совсем не текстурированный. Да, в принципе, здесь просто какой-то желтый цвет, ну и закраска фирменная комикса. Вообще ничего интересного. Давайте, может, посмотрим на обложку. О, нифига
себе. Эта обложка уже не глянцевая, это прям бумага, и она как будто пиксельная. Ну а теперь давайте вернемся к Стиву Джобсу. Ну а точнее к бумажной книге. Итак, берем белую поверхность, и бумага выглядит в принципе, ну вообще никак. Как будто белый снег. А если возьмем бумагу с чернилами? Вау, вот это уже поинтересней. Нифига себе, прям клево. Возможно, вы сейчас не понимаете, что это, но на самом деле это глаз Стива Джобса. Так, а если возьмем обложку? Обложка, в принципе, такая пиксельная, как будто в комиксах что-то печатали. Это так странно, это как будто какая-то губка. Но в то же время это обычный желтый цвет. Но если посмотреть под микроскопом, видно прям черные точки. Как это работает? А теперь давайте посмотрим на кроссовки. Это нам уже написали в комментариях под роликом с Алисой. Там, где мы их и купили. Ну что, посмотрим на кучу тапки под микроскопом. Сначала смотрим на швы. Так, на швы это, если честно, слабо похоже. Похоже на какие-то дырки в кроссовках. Стремно. Ну, сразу видно паленое, вон видно проклейка. Все понятно. Давайте посмотрим на принт. О, принт даже лучше, чем в книгах. Посмотрите, прям такой забористый, плотный. Нифига себе. Ой, а шнурки-то какие. Нифига себе, тут такие переплетения крест-накрест. Качественные? Качественное. Ну что ж, этот ролик подошел к концу, и я хочу вам сказать огромное спасибо. Спасибо за то, что пишете комментарии и предлагаете, что нам посмотреть под микроскопом. Если вы еще этого не сделали, комментарий снизу. Я надеюсь, что вы поставите лайк этому ролику, подпишитесь на мой канал, напишите свой коронный комментарий. С тобой был Глент. Пока!